Так, здорово всем, кому интересно, что сейчас с Ирбис ТТР-250Р происходит. Так вот, в общем, он выглядит в таком вот состоянии, находится. То есть сейчас был полностью перебран двигатель у нас, поменяли расходник. Сейчас мы занимаемся его внешним видом. Он загрунтован у нас. Запчасти все, ну не все, грунта маленько не хватило. Так что сейчас элементы пластика все красятся. Сейчас я вам покажу. Тут загрунтован у нас уже боковинки. Хвост вот самый тяжелый был, что работа проведена по нему. А хвост полностью восстанавливался у нас, все у нас клеилось.